Бабушка, у нас опять этот засор. Вызывай сантехника. Не волнуйся, сантехник скоро придет. Ага, попались! Запись номер 173. Детектив Виктор Громов. Если вы это смотрите, значит, дело приняло серьезный оборот. И меня, возможно, уже нет в живых. Здравствуйте, это детектив Громов? Скажите, могу ли я нанять вас для расследования? Да, что у вас случилось? 24 апреля, ровно полгода назад, моего брата убили в 10 минутах ходьбы от дома. Не надо, пожалуйста! Ему нанесли 8 ножевых ранений. Убийца не забрал ни денег, ни вещей, и уже полгода остается непойманным. Детектив, вы боитесь смерти? Дело, за которое вы взялись, вам не по зубам. Всем привет! Меня зовут Роман. И сегодня мы со своими друзьями отправились в большой поход. Да, это не так. Походу, зверька какого-то. Чё ты хочешь? Да! Уходим! Да вы? Что? Все мои друзья уже убиты. Я уже тут один около 2 часов. Я уже устал.
при первой опасности. Думаете, что расплаты можно избежать? Но так или иначе, за каждый грех вам рано или поздно придется заплатить.